Приветствую всех, я Рома DVD, и сегодня я хочу вам показать карту, которая называется Хэллоуин. Это карта ферма, ночная ферма. И также я вам покажу подарочки, которые нам дали разработчики в качестве очередных каких-то плюшек. Итак, давайте посмотрим. В первый день нам выдали дымовую гранату, вот такую вот. И когда гранату взрываешь на полигоне, то непосредственно слышишь, видите, какая она зловонная. На гранате черепушка нарисована, проявляющаяся. Итак, кидаем гранату. Сразу звуки, видите, и черепок. Вот такая вот граната с черепом и со звуками, со странными. Граната, которая называется антизомби. Их выдали 20 штук. Так, зайдем на полигон. Сейчас я проброшу антизомбярскую гранату. Зомбячая граната, где она? Вот, да. Вокруг нее тоже летают всякие черепки. Пробрасываем грену, но каких-то особых эффектов... Вау, все-таки нет, особый эффект был. Это черепушка, опять же череп, да. Также выдали маску хэллоуинскую, вот такую вот. Выдавали различные маски. Можно было получить рандомно либо мешок, вот такой вот, либо можно было получить маску, либо давали бронежилеты. Мне попалась маска. Далее идет оружие. Есть катана, которую как раз мне выдали. Выдали АПС антизомби и катана антизомби. Катана антизомби выглядит вот таким образом. Катана. Ну, намазали какой-то малиновой краской, я не знаю, розовой даже какой-то. Не красная. Это. Намазали ее. И АПС. Ну, пистолет стечка на все. Вы знаете хэллоуинский, но теперь его называют антизомби. И вот... вот такая вот шляпа, короче. Ну, прикольно, очень прикольно. И теперь я сейчас пойду на карту и просто вам покажу геймплей на этой ночной карте, где просто... это самая, что ни на есть, обычная абсолютно ночная ферма, но просто она стилизована под Хэллоуин. Приступаем. Ну, перед этим, конечно же, да-да-да, надо сменить внешность на бабский скин. Естественно, как иначе. Еще раз привет, это карта Хэллоуин. Простая типичная карта ночная ферма, переделанная разработчиками игры под вселяющий ужас и страх. Ну, в кого-то, наверное, да, дрожи в колянках, всякими привидениями и бяками-буками. Итак, мы играем с кланом Open Capsic. Привет, ребят. Привет. Привет. Такой нестройный хор голосов, но тем не менее, хотя бы поздоровались. Сейчас поиграем. Я буду играть, кстати, с пистолетом-пулеметом Heckler & Koch, который мне дали за зомби-режим. В нем 40 патронов, маленький дамаг и очень маленькая дистанция, поэтому с ним довольно сложно играть, но с другой стороны у него практически нет отдачи и небольшой разброс. Поэтому есть как и минусы, так и плюсы. Ребята играют, я даже не представляю, с чем вообще. Я попробую с А-12 с медиком побегать. О. Это будет интересно. Это все круче и круче. Только А12, ну да, да. Можно было и взять. Так, на моем компе осталось уже меньше 60 гигов вообще свободного места. Поэтому нужно срочно стараться быстрее, как можно быстрее записать эту игру. Но в любом случае свои 10 законных минут она получит. Ух ты, как четко, а. Вот я и болтовщик. Спиной выстрелил, а потом ко мне развернулся. Жестко. Кстати, ребята, здесь до сих пор стоит урон по своим, я не менял. Учтите это. Кого-то... бляха-муха! Тут с двух сторон, оказывается, были враги. Жесть, это жесть. С двух сторон враги. Я опять забываю смотреть на радар. Привет, чучело. Ух, бля. Масяня. Она пытается меня схватить. Ой, ой-ой-ой, какашка. Крыса сидит, прикинь. Уже начинает меня в чат оскорблять. Сейчас кикать начнут.
Ну я же не виноват, что я поставил урон по своим. А, отшельник. Негодяй. Ребят, мне очень нравится замок. Посмотрите, вот там замок на фоне луны. И там ведьма, смотрите, на полемеле. Не, на небе ведьма полетела, посмотрите. О, колокол, колокол. На бат бьет, слышите? Бом-бом, блять. Бом-бом, диги-диги-бом, диги-бом. Замок мне что-то напоминает. Замок Дракулы, твое родовое гнездо? Вампирское. Да-да-да. У меня даже катана красненькая, посмотри. Да блин, зачем я целюсь вплотную, когда можно просто от бедра стрелять? А из-за этого я очень часто сливаюсь. Симпатичная карта, очень симпатичная карта, мне очень нравится, да. Вон еще одна ведьма полетела, а можно ее сбить, ребята? Как мистер Шмидт. Как мистер Шмидт, подбитый летчик. Хуеплетчик. Ой-ой-ой, кого-то грена зацепил. Том, я тебе скажу, а 12 тут творит дела. Ну, карта, хорошая. Да, она совсем небольшая. Здесь нет каких-то дистанций таких, чтобы... Она как раз А12-то, в принципе, и может здесь творить. Потому что на других картах ему просто другие дробовики этого не позволят сделать. Кстати, я всего один фраг сделал. Если бы я своих не убивал, то у меня было бы намного больше фрагов. Какашка бегает, до сих пор на меня злится. Ну, не даром у него не какашка. Я убил какашку, ребят. Посмотрите, какие тыквы. Я вообще играю позорно 1-6, но... Еще раз подчеркиваю. Потому что я убиваю преимущественно только своих. Меня Кеша толкает, негодяйка. Я убиваю преимущественно своих, за это у меня отнимает минус один фраг каждый раз. Это как, я не понял. Меня Валентин задром убил. Ну, он задом тебя убил. Хотел грубо выражаться. Я помню такой фильм ужасов был. Кристина назывался. По Стивену Кингу. Я даже книгу читал. Там именно что вот. Там Бьюик был. Прямо в жопу. Прямо в жопу ротору. Напихал. Ой, болтовщик. F5. Че, меня кикает? Нет, не тебе. А, я думал, вы поддержите, говорите, F5. Так, далее. Там сидит, сука, крыса-снайпер. Минус 2, ха-ха, ой-ой-ой. Я думал счет исправить, но чувствую, я не смогу счет исправить. Есть! Хорошо, хорошо, хорошо и отлично. Да-да-да. Я опять чуть не пристрелил какашку, ребят. Но почему меня тянет убить какашку? Потому что он какашка. Потому что есть какашка у тебя, а какашки ты мечтаешь. А какашки все твои мечты. Только о какашке позабыла ты. Блять, вот... вот залагало, просто стоп-кадр, ребята, на экране у меня был. А, сплошнейший стоп-кадр, это, блин, такая классная карта. Несмотря на то, что это карта хэллоуинская, да, как бы совсем это не русский праздник, чертогановский, натовский. Тем не менее, это очень прикольная хрень.
В плане, я имею в виду карта сама. Ух. Так, твою так. 7-11 счет. Это что за ракование просто? Вообще ужасно. Я просто не понимаю. Тут всякие эти хуйни летают, маски, ёбло. А, это привидение. Чё ты говоришь, снайпер? Нет, нету снайпера уже, был снайпер. Бежит меня убивает постоянно. Это вымораживает. Все зависло, прикинь. Вот как так бывает? Я сегодня, кстати, на форуме уже читал такую тему, где вот так же чувак вылетает, на него вылетает другой чел, и он зависает, его убивают. Это все обидно. Кстати, на нас пошли со стороны реки трое или четверо, ребят. О, двоих сразу. Растем, хули. Да, блядь! Меня сливают. Сука, в минус. Я играю в минус. Ну да, неудивительно, ведь я записываю, у меня вообще FPS очень сильно падает при записи. Несмотря на то, что очень хорошее железо, и все равно. Все равно падает FPS. Еще и с этими фризами. Да, с этими лагами вообще ужасно играть. Блядь! Увидел врага и намяли бока. Просто против нас берут всякий дон. А мы играем со всяким этим тематическим оружием. Да. Юху! Почти вышел из минуса. Почти! Но не совсем! Господи, боже мой! Бегу к тебе, дам хп. Не надо! Тут сейчас меня все равно сольют. Я специально бежал посветить на врагов машиной. Специально засветил вас им. Вон, стоит снайпер на машину, смотрит. Выносите быстрее. Ах, чертофаны поганые. Ребята, гаси это нечисть. Я наугадку прокидываю. Ах, бляха-муха. 12-16, ну ладно. Последней пулей задел. Валентин лично только меня и убивает. Жопа какая, 30 секунд. Естественно, я уже не успею сравнять счет, ну, чтобы хотя бы в единичку выйти, но, по крайней мере, мы не в минус сыграли наш клан, да, не в минус. А в плюс! Плюс, да. Есть! Это редкое явление. Плюс, да. Ой-ой-ой, по своим. По своим почему-то урон хорошо идет. Я не знаю, чем это объяснить, ребята. По своим урон идет очень хорошо. Ты стрелял меня с этого пистолета, я со 12 был. Чудно. Ну, отлично, ребят, хорошо сыграли. Вообще хорошо получилось, да, прям правда, классно. Вот. Да. Наконец-то я выбил эту нашивку. О, на заднем фоне, опять на фоне луны, только-только появились здесь, и опять ведьма пролетел. Прикольно сделали. Рык. Меня всяко уже обозвали сегодня, оскорбили. Я ржу не могу. Ребята, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, добавляйтесь ВКонтакте ко мне в друзья. Всем лойсов, всем репостов, всем фрагов и удачных игр. Всем пока. Ребята, попрощайтесь. Пока. Аминь, да. Всем пока, а мы сейчас пойдем косить зомбарей. И скоро, кстати, появится видео, как пройти профи зомбарей. Пока.